Ну, а сейчас, наверное, самое время поговорить о любви. Да? Ну вот и замечательно. Какая же любовь без столь прекрасной музыки, правда? Как спелые хлеба твое дыхание,
вся излучаешь дивный аромат. В улыбке милой солнышко сияние ты расцвела, как яблоневый сад. Смущаешься, чуть опустив ресницы, коль взгляд красноречиво выдает. Уста притягивают соком смоковницы, безмолвно вздрагивая вольных чувств полет. А поступь легкая, манерно грациозная, дразнящая, зовущая хмелец, и синева твоих очей бездонно, просящая немедленно воспеть. Колышется ковтенка от дыханье, простегнувшись специями маня, и не преодолеть мне расстояние и чувство, что ты больше не моя. О, ты колдунья, хмелем опоила, что исходило от тела твоего, мое сердечко лаской сманило. Но как мне жить на свете без него? Знаете, я очень уверена в том, что самая красивая, самая чувственная музыка, мелодия рождается тогда, когда человек, наверное, испытывает эти прекрасные, благородные чувства. Вот сейчас, наверное, время сказать о том, что я... По профессии когда-то, в далекой юности, была музыкантом. И закончила музыкальное училище. И вот сейчас мне хотелось бы для вас подарить одну прекрасную мелодию. Я не знаю, как это получится, потому что я свыше 30 лет не брала в руки баян. Ну вот сегодня вот такой праздник светлый. Как получится? С вашего позволения, можно, да? Спасибо. Сократить, просто баян совсем не по возрасту. Хотя, знаете, мне хочется, наверное, еще немножечко, вдруг получится, вспомнить свою юность и, может быть, то время, когда ценили прекрасные танцы, такие как вальс, как танго. Помните, как подойдет молодой человек на танцах? Да, пригласить тебя, ты положишь руку на плечо. И какое же блаженство. И не нужно ничего говорить, ты сразу понимаешь, как он к тебе относится, правда же? Что он к тебе чувствует. Я не знаю, сейчас тоже замечательные танцы вот эти все, но, по-моему, там чувства не выразишь.
Я сейчас попробую вам еще сыграть вальс моей юности. Мелодичные были танцы, да?